Спасибо за Бога. И какое мнение не сказали о моем сыне? У него столько друзей и знакомых, что бы ни сказали. Он самый непорочный, он самый чистый, он самый светлый. Он погиб. Услышьте, он не умер, он погиб. И я прошу вас, это не митинг, это просто-напросто проводы моего сына в последний путь. Прошу спокойствия, прошу благоразумия. Пожалуйста, такого горя, как у матери, которая потеряла своего ребенка, нет ни у кого. Я всегда крестилась и говорила: Господи, не дай Бог никому. Но так случилось, что эта участь постигла и меня. Но люди говорят, как обычно говорят, что человек может выдержать столько испытаний. Вернее, Бог дает человеку столько испытаний, сколько он выдержит. Значит, я сильная мать. Я прекрасно понимаю, что 3 дня мой ребенок находился в очень тяжелом состоянии. Я прекрасно знаю, что ребенку было очень плохо. Несмотря на то, что он был спортсмен, 1,90 м роста, у него были проблемы с сердцем. Но с этой проблемой ребенок жил, понимаете?